Ради жизни на земле соблюдайте ПДД. Под таким названием прошло профилактическое мероприятие с учащимися 3-й общеобразовательной школы Усть-Жигуты, где представители ГИБДД по Усть-Жигутинскому району побеседовали о правилах дорожного движения на дорогах республики. Ребята продемонстрировали свои знания ПДД в различных конкурсах. На мероприятии побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Мы же не знаем после желтого, что будет гореть, да? Может гореть красный или может гореть зеленый, да? Мы ждем, когда желтый отключится и загорится, чтобы нам переходить дорогу зеленый, да? Дети чаще, чем взрослые, могут пострадать, если перейдут дорогу на красный сигнал светофора или же в неположенном месте. На мероприятии школьники продемонстрировали свои знания ПДД, а также очень активно принимали участие в различных конкурсах. В игровой форме ребята быстрее запоминают правила дорожного движения и, что самое важное, применяют их в жизни. В нашем отряде учат соблюдать дорожные знаки, чтобы мы хорошо переходили светофор, чтобы не было опасностей и так далее. Должны знать, что переходить дорогу, знать все знаки, чтобы переходить дорогу. В ходе мероприятия дети решали различные задачи и узнавали значение дорожных знаков. Помимо этого, школьники представили музыкальные номера и приняли участие в небольшой сценке. Педагоги отмечают, что в вопросах безопасности ребенка нет мелочей, поэтому очень даже необходимо тесно взаимодействовать с сотрудниками УГИБДД, чтобы наши дети были защищены от ДТП. Конкретно на таких примерах, на таких знаках, конкретно вот на таком живом светофоре, как мы его обычно говорим, наши дети учатся правилам дорожного движения. Хочу сказать о том, что любое мероприятие, которое необходимо освещать, которое необходимо проводить, Мурат Мухтарович всегда с нами на связи, рассказывает, помогает, убеждает. Говорит, естественно, конечно, то, что сегодня дети показали, результат совместного труда Мурата Мухтаровича и наших учителей. В завершение мероприятия госинспектор УГИБДД по Усть-Жигутинскому району Мурат Узденов раздал светоотражающие стикеры и буклеты с важной информацией по соблюдению правил дорожного движения. В свою очередь он подчеркнул необходимость проведения таких мероприятий, дабы снизить уровень детского травматизма на дорогах республики. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Жигута.